Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы будем тестировать вот такую новинку от Faberlic. Это щеточка для умывания. Артикул я вам пропишу в инфобоксе или где-нибудь здесь внизу. А в обзоре заказа я вам уже говорила, что здесь безумно мягкая щетина, ее очень много, она плотно набита, и, по-моему, пока не вылезает. И так сделано красиво, рельефно, да? Прям такая пуховочка классная. А с другой стороны у нас силикончик, и он тоже очень-очень мягенький. У меня есть щетка из Фикса, подобная, похожая. Давно ее брала, уже давно нет Фикса, я уже пользуюсь ей год или больше, да. И здесь тоже очень плотно набитая щетинка. И вы меня всегда спрашиваете, что это за щеточка, которую я постоянно умываюсь. Но здесь гораздо мягче, девчонки. Вот прям какой-то шелк по лицу. Вот показываю вам щеточку. Вот такой вот силикончик. Мягенький. Веревочка Faberlic. И смотрите, какой мягкий ворс. Он нереально мягкий. Просто. И набита она очень-очень плотно. Прям вот очень. Вот я проминаю ее, да. Будем обязательно с ней умываться. Я смыла макияж уже мицелляркой. Теперь следующий этап у нас ухода за кожей с вами. Это пенка, молочко, либо еще что-то. Я буду использовать пенку. Мы слегка с вами смочим лицо и слегка с вами смочим щеточку. Вот так она выглядит в мокром состоянии. Прикольненькая такая. Так, берем пенку. У меня сейчас гордырька текучая. Можно прямо на щетку. Давайте попробуем с вами сначала массажную, а потом другой стороной. Ой, как приятненько. Вообще массаж лица — это всегда приятно. Вот умываете, сделаете благое дело, еще параллельно массаж, да? Два в одно. Знаете, удобно. В руке держать удобно. По лицу проходиться удобно. Не травмирует. Силикончик такой достаточно мягкий. Можно регулировать нажатием щетки, да? Классно. Можно прям так, знаете, шлифануть хорошо. То есть посильнее нажать. Проблемные места, да? Я чем еще люблю такие щетки? Ну, не то, что люблю. Но, может быть, кому-то это надо. Потому что я люблю средства менять быстро. Они экономят средства. То есть от одного нажатия хватит на все лицо. А если вы будете делать это руками, да, потребуется пены больше. Очень приятно. Хорошо массажирует. Можно даже помассажировать. До красноты и можно при желании. Веки очистим с вами. По массажным линиям можно круговыми движениями. Вот так снизу вверх. Классно. Давайте пробовать теперь вот эту сторону. Тоже очень интересно. Немножко пенки еще на нее нанесем. И поехали. Ой, это вообще блаженство, девчонки. У кого супер чувствительная, аллергенная кожа, которая на любое прикосновение реагирует, она будет в восторге от этой щетки. Это кайф. Это просто блаженство. И знаете еще, за что люблю такие щетки? Вот мне нравится, почему щетка из Фикса. Если мицеллярка не досмыла макияж, то на этой белой щеточке это все будет прекрасно видно. В данном случае у меня мицеллярка сработала хорошо, потому что я на щетке не вижу ни остатков тональника, ничего бы то ни было. Очень приятно. Она безумно мягкая. Она безумно мягкая, и хочется вот ей тереть и тереть лицо, ей-богу. Просто красота. Девчонки, хочется ей не только лицо, а даже тело. Пройтись. Вообще красота. И вот этот эффект мягкости и легкого массажа достигается именно за счет вот этих вот пупырок. Как молодцы продумывают, да? Вот это все. Прям красота. Слушайте, ну у меня восторг. У меня прям дикий-дикий восторг. Это будет моя любимая теперь щеточка. Она когда мокрая и в пенке, она немножко в руке скользит. Веревочкой, конечно, это все дело не зафиксируешь, неудобно. Веревочка подходит только, чтобы повесить. Так, я смотрю, вылезают они или нет. Ну, вот одна вылезла как бы, но это не критично. Это не критично, потому что вообще, мне кажется, такие щетки закрепить проблематично. Одна только вот вылезла, ворсинка, ничего страшного. Слушайте, я очень довольна, сейчас умоемся. Посмотрим, как очистилось лицо. Хочется еще и силиконовый помассажироваться. Это классная, классная штука. И стоит она бюджетно в каталоге и на сайте. То есть можно себе позволить такую хорошую щетку-малашку. Слушайте, ну красота. Ну красота. Кожа прям довольна. В тех местах, где нужно потереть, можно потереть. Где не нужно, пройтись деликатной стороной. Поэтому смело вам рекомендую. Промыла проточной водой, да. Повесим сейчас ее сушиться. И все. И красота, девчонки. Берите смело, щетка вообще обалденная. Очень мягенькая, очень классно. Огонь.